Две сотни членов профсоюзов митинговали сегодня под Одесским апелляционным хозяйственным судом. Там рассматривают апелляционное обращение прокуратуры и фонда госимущества касательно Дома профсоюзов. Его хотят забрать в собственность государства. Напомню, что в декабре суд первой инстанции признал право Федерации профсоюзов на здание на Куликовом поле. Против возможной смены собственника и выступают митингующие. Первую инстанцию мы выиграли. Но чем мотивирует прокуратура и фонд госкомимущества, что это собственность государства, честно говоря, непонятно. Этот объект куплен за профсоюзные деньги. Мы в свое время, в 1984 году, заплатили более чем 1 миллион 800 тысяч рублей. Это собственность всех членов профсоюза, кто входит в Федерацию профсоюза. А нас сегодня мы объединяем 320 тысяч членов профсоюза. На каком основании мы должны передавать его государству? По словам митингующих, они здесь тоже собрались, чтобы не допустить давления на судей. Мы почему еще пришли, проводим пикет? Причина, что на первое заседание 31 марта пришли неизвестные лица в камуфляжной форме. Ну, в принципе, это уже, по моему мнению, оказывалось определенное давление на суд. Я считаю, что это недопустимо.